И снова доброй ночи. Значит, я посадила этот росточек катлеи. Посадила так, чтобы вот эти два росточка, один мой, а другой новенький, росли в одном направлении. Как бы орхидейки друг другу не мешают. Я закрепила, вставила новую палочку и закрепила, чтобы не шаталась, как бы чуть-чуть. Они, конечно, чуть-чуть она шатается. Вот это уже не шатается. Ее корешки все-таки начали расти. Но я думаю, что мы с ней подружимся, и все у нас будет хорошо.